Привет, вы на канале Viva Decor, и сегодня я решила записать коротенькое видео, как еще можно использовать цветок из изолона на проволочном каркасе, который я делала в прошлом видео. Так, исходные данные. У нас имеется вот такая минималистическая люстра и цветок, который мы делали в прошлом видео. Ссылка на этот мастер-класс будет в описании под этим видео. Потому что каркас этого цветка сделан на проволоке, мы можем его прикрепить к любому плафону или к центру люстры. Что я сейчас и сделаю, а вы посмотрите, как это будет выглядеть. Показываю вам, как выглядит люстра с одним задекорированным плафоном. Но если не полениться и все плафоны украсить такими цветами, то будет очень красиво. Я это уже себе представляю. Цветы можно сделать немножко разного размера. Мой цветок с каркасом из проволоки можно просто прикрепить к люстре, не обязательно даже к плафону, добавить светодиодную гирлянду на батарейках, и получится вот такое достаточно интересное украшение для потолка. И не обязательно к люстре, цветок такой легкий, что можно прикрепить его хоть к гвоздику, хоть к крючочку, куда вам будет удобно. Рада, если кому-то пригодится такая идея. До новых встреч, пока-пока!